Хочешь купить рубаксы, но задонатить в игре не получается? Приобретай рубаксы на сайте playrock.com. Маркетплейс игровых товаров playrock.com предоставляет возможность игрокам из России быстро и безопасно покупать любое количество рубаксов по самым низким ценам. В чате действуют скидки, поэтому только сейчас 800 рубаксов можно купить со скидкой 38% всего за 619 рублей. Быстренько регистрируемся на данном сайте, чтобы продолжить свои покупки. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас откроется чат с продавцом. 10 минут, и все готово. Куплены рубаксы уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через PlayRock. Также есть отзывы, которых можно посмотреть. Очень, ребятушки, много отзывов, даже есть теперь и мой. Как-то так и получается. Покупай робоксы, а также питомцев, транспорт, наборы и другие предметы в любимых играх на PlayRock. Ссылка в описании. Огромный привет, Тос, на связь Вадимос. Как вы знаете уже, что по пчеловоду стало чуть-чуть делать сложнее контент? Ну, как бы да. Поэтому, скорее всего, сегодня еще выйдет видео, которого вы не ожидаете. Да, я тоже. Ну, посмотрим, может, не выйдет, может, выйдет. Вот. Что ж, ребятки. Сначала, что всех, кто тут, как говорится, родился без приборчика между ног. Ладно. Всех девчат с праздничком сегодняшним, да? 8 марта вроде. Такой день интересный. Чё вам там? Всего наилучшего, собственно. Чего сами себе пожелаете, то пускай исполняется. Коротко, ясно, понятно и красиво. Вот. Пацанов тоже с праздником обязательно. Так. Пойдемте пробовать делать то, что мы хотели. Сейчас пчелы подлетят, надеюсь, наверное. Я надеюсь на это. Ну ладно, пробуем. Сейчас этот товарищ подойдет к нам. Так, нет. Долго. Да блин, я не понимаю, как это работает. Боже. Короче, напишите, что они так делают. Как его вообще на рекорд хлопают. Бредятина какая-то. Ёкарный балет. И чё я снял? По факту. Просто вам фарм показал. Хотя бы знаете, какой фарм у меня, блин. Красиво, да? Вот. Ну что ж. Следующий видосик будет получше. Подруг вообще не по бессорму. Офигеть, да. Чё не по бессорму? Давай посмотрим хотя бы, как домашняя улитка тебе бонусом таким моментом. Чё она вообще тут умеет? Собственно говоря, блин. Значит, что-то умеет или... Ну, так, чисто тут для кайфа живет. Веселье, позитива и все. Ну, зря. Как бы вот так вот у нее хп уменьшается. То есть достаточно быстро мы ее хлопнем. Поэтому вот. Ладно, все, благодарю за просмотр. Тот видосик будет отдельно. Я же гений. Но тут все равно я сделаю, чтобы он был не 7 минут, а минут 5-4. Вырежу все ненужное. От души, что досмотрели. До скорых встреч. Подписывайтесь. Это все, да. Угу, пока.